Опа, поймал, поймал, куришь. В общественном месте куришь. Пошел ты нахуй, блядь, а? Опять куришь в общественном месте, а? Чё, блядь, а? Опять куришь в общественном месте. В общественном месте куришь, а? Яндекс. Полицию забыл, блядь. Ты вообще нормальный, а? Что? Я вызвал полицию. Не понял. Это мне сказали? Да, я вам сказал. Я вызвал полицию. А, уходите. Молодцы, вызывайте. Отойдите. Что такое? Я просто буду угорать. Мусора приедут, он начинает просто показывать, где ты ебаный. Да. Не расслабляться. Ну чё, блядь, а? Дороги мало. Ну, дороги мало. Сходи кроссовок себе новых купи, вон. Куда, куда? Я же сказал, за кроссовками они, блядь. Что от меня бегать собрался, а? Ты от меня бегать собрался, а? Бегать от меня собрался. Сынок, от меня не убежишь. Я как бычок, нахуй. Что, пацаны, сиги не найдется лишний? Потише, потише. Лишние сигареты не найдется. Дай сигарету. Подожди, я ж первый попросил. Ты, получается, поперек батьки в пекло полез? Нет. Иди сюда, расскажу тебе одну сказку. Иди сюда, расскажу. Начали. Дед! Начали, дед! Блядь. Начали. Умеешь бороться? Дед, хорош. Умеешь бороться? Нет, не умею. Давай, бабу, научу, блядь. Давай, научу. Ладно, брат, шучу. Жму руку. Хороший парень. Есть. Как зовут? Давай, жму руку, нормально. Да не надо. Да нормально, дай пожми, ну, блядь, уважение проявляй. Давай. Как зовут? Ислам меня зовут. А он, знаешь, что сказал мне? Говорит, подходит, говорит, ты черт, ёпта. Я ему говорю, ты сам черт, нахуй. Он такой, ты черт, нахуй. Я говорю, ты черт, нахуй. В итоге мы порешали с ним, в итоге он просто съебался. Я, знаешь, как я ему сказал? Ты черт, нахуй. Он говорит, ты черт, ну так сказал мне, нахуй.